Panasonic BQCC65. Это не просто зарядка, а умная зарядка. Именно поэтому я и решил сделать о ней отдельное видео. Если вы активно пользуетесь аккумуляторными батареями Panasonic Eneloop, например, они у вас установлены в компьютерных аксессуарах беспроводных, или вы фотограф и активно используете их в накамерных вспышках, то присмотритесь именно к такой зарядке. Сейчас расскажу почему. Поехали! Во-первых, это топовое зарядное устройство в линейке Panasonic, то есть вот самое-самое функциональное и продвинутое среди всего того, что они только делают в этой сфере. Кроме того, это первое их зарядное устройство с вот таким большим дисплеем и даже с синей подсветкой. И казалось бы, зачем нужен дисплей, если есть просто световая индикация, как в зарядках попроще? Но не все так однозначно. Дело в том, что подзарядка аккумуляторов — это не единственная функция этого аксессуара. Например, на дисплее отображается текущее состояние ваших аккумуляторов, то есть их степень износа, сколько еще в них осталось полезной емкости. То есть идет своего рода диагностика. И если аккумулятор давно не использовался или, например, использовался очень часто и уже потерял часть своей полезной емкости, то зарядное устройство попытается его восстановить, если это будет возможно, конечно, используя свои интеллектуальные режимы зарядки. Это значит, что с вот этой штукой покупать новые аккумуляторы вам придется немножко реже. Они будут служить дольше, а значит, вы теоретически немного сэкономите. Смотрите, под дисплеем есть три кнопки: Refresh, дисплей и USB Out. Последняя, как вы уже догадались, служит для подзарядки различных гаджетов через USB выход. Да, эта зарядка снабжена USB выходом, то есть она сможет заряжать ваш смартфон, пауэрбанк, да в общем что угодно. Но здесь есть нюанс. Когда вы вставляете сюда аккумуляторы, то зарядка по USB прекращается и будет возобновлена только когда аккумуляторы будут уже заряжены на 100%. В зарядке есть 4 слота. Подходит как для аккумуляторов типа 2А, так и 3А. И мне такая универсальность в зарядках Panasonic очень нравится. Это значит, что вам не нужен отдельный аксессуар для подзарядки каждого типа аккумуляторов, а достаточно одного универсального. Что еще понравилось в 65-ке, так это то, что к розетке она подключается по проводу вот таким вот образом. Это намного лучше, чем через штекер, вот как здесь в моей обычной зарядке, потому что если зарядка у вас крупная, а вы используете какой-нибудь тройник с несколькими розетками или сетевой фильтр, то вы ее установите и сразу займете не только одну розетку, но и те, которые рядом у вас тоже будут заняты. А так вы просто подключаете кабель, и доступ к рядом стоящим розеткам перекрыт у вас не будет. Кстати, комплект очень минималистичный. Вот в таком прозрачном блистере поставляется эта зарядка. И кроме самого аксессуара здесь находится вот кабель вот этот комплектный и сопроводительная документация. Все, больше нет ничего. Зарядку можно устанавливать от 1 до 4 аккумуляторных батарей, и сразу же, как только вы их сюда установите, устройство их продиагностирует, то есть определит текущую емкость и степень износа. Полный заряд 4 аккумуляторов Eneloop у меня занимает около 3 часов, и тот, кто имеет дело с такими аккумуляторами, согласится, что это довольно быстро. И, конечно, зарядное устройство само перестает подавать питание, когда аккумулятор заряжен на 100%, то есть наблюдать пристально за процессом зарядки вам не придется, как это было раньше. Ну и приятный момент по эргономике: на нижней поверхности есть 4 резиновые ножки. Благодаря им аксессуар может спокойно лежать на поверхности стола, он не скользит и не царапает стол. И тут же снизу указаны все показатели по силе тока, напряжению, чтобы вы могли их сопоставить со своими аккумуляторами. Кому можно порекомендовать Panasonic BQCC65 с учетом того, что стоит этот аксессуар ну вот вообще не дешево, особенно по сравнению с вот такими простенькими зарядочками. 2000 гривен он стоит, это около $70 на момент, когда я снимаю сейчас это видео. Смотрите, если у вас парочка аккумуляторов в телевизионном пульте и еще несколько в детских игрушках, то можете вообще не париться, а купить такую простенькую зарядку. Если же аккумуляторов много, как у меня, и вы их используете в самой разной технике, в том числе для профессиональных задач, то это уже повод задуматься. Во-первых, такая зарядка удобная. Во-вторых, с ее помощью вы сможете лучше мониторить состояние своих аккумуляторов, и в перспективе затраты на эту зарядку, конечно же, окупятся. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк этому видео, если понравилось. И до встречи в новых роликах. Пока!